что-то брямкается за колесо, шатаешь когда. Подшипники целые. Сняли колесо, сняли крышку, думали подшипник. Подшипник нормальный, новый. За полуось дергаешь, не болтается нихуя. Толя Дружков сказал, что может быть в этом ступица, типа, сама ступица. Типа по шлицам, ну, вряд ли, да. Была бы, что все-таки решили снять. Проверить еще. Они тут без меня проверяли подшипник. Ну давай снимай, что ты. Рыся, отходи. Ну-ка, дай-ка я, на. Может, ты дри. Может. Так, давай крышу подкрутим. Держи. Часто нету такого? Пум-пум-пум-пум. Нет, это только из-за колеса. Но колесо подает туда. Полуоси, получается стук. Толя, это Дружков сказал, что-то где-то как будто вот отсюда идет. То типа шлицы, шлицы, где-то на шлицы можно не попадать. Какой Коля Дружков-то? Это кто? Ну, есть вот здесь колесо. Ну как тут не попадая? Сама колесо вот сюда? Ну, типа. Не. Тут ишь полностью все рыжее. Полностью соприкасается. Если в ступице не сидела, тут бы ржавчина была, я тебе говорю. У тебя вон она, блядь, прикисшая, пиздец. Крути нахуй без разговора. Не бубнишь. Тебе сказано крути, значит крути. Саня, хуй не говорить не будет. Я там телефон крикнул, Димон. Алло. Алло. Здрасте. Общага землю, что поделать? С трактором ковыряй сейчас. 2, 3, 4, 5, 6. Ну ладно, так не так, поеду, так позвольте, заеду, тут на северном шоссе. 11 шаров. Ну что ты мне скажешь? Ну-ка, пошатай за ступицу туда-сюда. За эту? Да. Вверх-вниз? Нет. Просто назад. Как? Ну, пошатал. Пиздец, как ты это слабо шатаешь. Я же дрись, давай себе. Я тебе скажу. Давай. Нет, хули я свои белые ручки, и так он, блядь, испачкал. Давай эти варежки дам. Сейчас можно раскачать тогда, и он должен все равно брякать. Ну, если шестерня, то да. Не упадет так, когда я себя начну качать? Ну, по идее, наверное, не должен съехать. Часто не болтается? Нет. Не стучит? Может, ну, значит, потому что звук слабый. Тихо, Руся, что за подшипники? Не, не подшипники. Не подшипники. А что это? Что-то внутри шестерни, наверное. Или вал упирается, люфт маленький, да куда-нибудь. В эти? И... Папа сказал, может, в подшипниках ходят? Так вот, я тебе говорю, достаточно. В подшипниках люфтик есть. Я и снял-то посмотреть люфт. Ну. Понял, да? Давай сейчас сюда, сейчас две гайки накручу, попробую прокрутить. Это есть у тебя эта хуйня-то? Какая? Штанты циркуль-то. Ну, есть. Ну, по идее, да. В общем, не знаем, почему стучит, что стучит. Подшипник тут новый. Думали, подшипник болтается. Подшипник новый, тот не посмотреть. Приезжал тут один человек, тоже, говорит, трактор купил 2 года назад. Купил, тоже стучало. Уже, говорит, 2 года стучит. Все нормально. Зимой, говорит, побольше стучит, летом поменьше. Колесо ставишь, начинает стучать. Амплитуда больше получается? Ну да, оно тяжелее. Хер его знает. В общем, если, может, кто знает, почему стучит звук такой бум-бум-бум, как либо шестерня там болтается, либо что-то. Ну вот сейчас-то и шестерня долбит. Не болтается. Ну сейчас, да. Так этот, может. Может там подшипник хуёвый, внутренний. И болтается, может, вверх-вниз, или как там, блядь. В общем, кто знает, напишите в комментариях. Ты, кстати, трактор-то на учет поставил? Да. Ну, трактор на учет поставил, техосмотр прошел, все нормально.
Так что у нас тут с техосмотром все строго, все смотрят. Сколько стоил по деньгам-то? Учет? Да, техосмотр, страховка. 300 рублей. 300 рублей? Ну, техосмотр 300. А что так мало? Посуда. У меня, блядь, на АКУ 600 брали, а у тебя, блядь, 300, ебаный урод. Все же ведь официально. А у меня что, блядь, не... за нелегально я переплачивал. Вот так, на детей. Щука. Ну так. Здорово, Сань. Здесь тебе что-то должно что-то приехать, я не знаю как. Еще может быть, ну, думаю я, что с колесом полуось туда-сюда чуть-чуть ходит, и там может вообще ударяется. Ну, в общем, напишите, кто что думает, а лучше, кто что знает про эту проблему. Ладно, на этом все. В общем, на этом у нас эксперимент не закончился. Я, в общем, померил штангелем, нутрометром. Там, в общем, подшипник вот этот не зажимает, вот эта крышка. А должна, да, зажимать? Поедет, когда она должна держать. В общем, там расстояние до подшипника, сколько я говорил-то? 1,2. 6,2, а это 5. На крышке буртик 5. В общем, 1,2 миллиметра, вот мы прокладку сейчас сняли, она ровно миллиметр. Там 0,2 остается примерно. Ладно, прижимать. Сейчас прижмем. Вон, видишь, да. О, видишь, подшипник зажимает, видишь? Да. Видишь, зажало? Ну, прижало же. Ну, если сейчас стучать перестанет, я тебе в любви признаваться буду еще неделю. В какой ты меня просто месяц будешь владыкой звать? Да хоть кем на колени будешь падать, блядь. Я иду там откуда-нибудь, ты хуяк бросаешься мне под ноги всяко. Владыка, приветствую тебя, ноги мне давай целовать. Без ног не обойдемся. Без ног не обойдемся. Обойдемся без ног? Бля, я хуй знаю, ты заебал. Это, блядь, нихуя, это умозаключение такое, но это же, блядь, не каждый сможет, ебаный. Ой, бросай телефон. Ну, Руся, иди поснимай, мы будем колесо ставить. Только не бубни. Это, телефон забери свой, мы колесо будем. Только не базарь ничего. Ну, можешь побубнить, но нежелательно. Давай. А то у меня подписчики злые, они-то матюкам будут всяко. Оператор, блядь, руки из жопы будут говорить всяко. Это уж точно. Ты только на нас. Смотри. Не в землю. Ты мне помог бы? Звук у тебя отлично сделан, хороший. Ну-ка, отпусти меня нахуй. Что, надо отпустить, да? Монтагу. А ну-ка, убери меня нахуй. Это будет 2 часа длиться. И давай не бубни там. Я могу и не снимать. Давида нести. Дима, смотри, что он там гаражу доделал. Ты главное землю не снимай. Я на землю не снимаю. Идет. На, подкинь. Такой. Вот так. Подкручивай сейчас. Я землю вообще не снимаю. Да. Я тут кинооператором работаю. Так, аналитик пришел. Надо вынимать подшипник. Половость все снимать надо. Ты что там? Она вынимается. Там можно на подшипнике шарики. Уже а ты идите. Тут вообще-то кино снимаем. Оно все раздирается и вынимается. Сая нашел 1,2 миллиметра. Прокладки разница. Крышка должна подшипник зажимать, а не зажимает. Не между 1,2 миллиметра. Не, ну здесь так как будто и ходит туда-сюда. Ты да, тын, да, побойми. Не, побойми. Ну хуй. Или сам подшипник ходит посадочным. Подшипник в шариках можешь ходить. Нет? Нет, заебись подшипником. В общем-то. Надо сорок покупать. Подержи. Ну что? Близко не подходи, чтоб эта картина была полностью. Да, чтоб весь человек влезал. Да, можешь подальше чуть отойти. Ну что, сейчас меня будут целовать, в ноги падать. Я, говорит, если сейчас стук прекратится, я, говорит, тебя как увижу, буду в ноги падать. Будем жарить, Хуй. Раскачал, блядь. Опять стучит.
Ну-ка, покачай. Еще. Еще больше. Ну-ка, качай. Ну, как будто шестеренка. С той стороны тоже стучит, но маленько-маленько. Там как бы отсюда передается туда. Может быть. Это что делать? Штук, нех. Снимай, давай полвысь выдернем. Не будешь падать ко мне, блядь. Давай полвысь выдернем. А я уж обрадовался, думаю, хоть кто-то будет мне в ноги падать. Уже не будет. Нет, там мы. Сейчас сосисок и хрень. Да, это может, что сосисок нету. Может такая херня быть. Не раз такую херню встречал, кстати. Сосиски-то будут, давай что-то уберем. Так надо сразу в процессе. В процессе. И делать, да. Сосиски я уже мангал раз растопил. Да. Так газуй за сосиской это. Мани. Ох-ох-ох. Там раб пошел. Давай. Давай. Ну да, давай. Пусть. Ёбнется, так ёбнется. Откручивай, снимай крышку. А полвось они куда-то упирали, у них тут какая-то хуйня. Ступицу. А, ступицу, да. Да. Но она может с молотка пойти в гнездо. Посмотри, какое гнездо посадочное. Ну у меня так на ЮМЗ хуй ты так вытащишь. Полуось. У меня не плотная. Домкратом я выжимал. Но у меня вот шестерня, которая на полуось насаживается, она с другой стороны шайбой, блядь, привернута. С двух сторон она. Хоть Мэрину майку убрать, если смажет, мазуть она. Мэрина майка. Мэрина майка-то, да. Значит, правда, что-то внутри болтается. Так-то может и херня, в принципе-то. Нет, это колесо точно не оно. Не оно? Не, это, это стопудово не оно. Где щель? О. Промеж них-то? Да. Так это херня. Оно шиш приварено. Что херня, думаешь, стук этот? Ну да, может стук-то. Херня, вон, Коляна же говорит, что работает 2 года. Да, так то же самое, это непонятно, ведь никто, блядь, все слушают. А как-то, а кто тебе у нас в чагаде, блядь, скажет-то, что у нас, блядь, все ебаный в рот. Нихуя не толком не знают. В принципе, это. Только я один такой. Ну ты вообще молодец. Вот сейчас бы ступор пал, ты вообще был бы. Да. Бог. Да, бля, такая хуйня собралась, я уже сорвалась. Я уже думал, бля, все, пиздец. Хоть кто-то меня будет владыкой называть, блядь, в ноги падать. Вот так бы, глядишь, один увидел, тоже бы начал падать. И так толпа маленькая. Маленькая толпа бы и собралась. Потом. Создал бы я свою секту нахуй. И все, был бы владыкой секты. Есть же бог Кузя-то. Да. Ты бы был бог Саша. Да. Не Саша, Саша как-то не солидно. Александр. Заходи, Иваныч. Ну, Миша отъехала сразу. Крышка. Масло, видишь, есть. Ровно встает. Масло натекает. Угу. Так что масло есть. Ну и сейчас там, тук-тук-тук-тук. Ну, только что рыбок меньше получается, а звук-то такой же. В принципе, это да. Ну, пошла. О, идёт. Сейчас домкрат упрётся. Нет, еще. Звук-то не такой. Все, уперся. Чуть-чуть поспусти и упри по новой. Копом можешь? Все. Копом. На козла, чтоб и перевернулся. Давай туда, Санта. А? Санта, прокачись так. Без рук можешь, а? Могу. Да уж, верю. На.
Сейчас я тебе покажу мастер-класс. Покажи. Так на, снимай. Только ты снимай нормально. Нормально. И... Да. Вот и духу прибавить. Для дальновидности. Смотри, если покалечишь его, то новый будешь покупать. Да, уж это мастер-класс. Смотрите, дорогие подписчики. Что он делает с велосипеда? Он его мучает. Нифига, какой козел. Идем, идем. Окей. О, нифига, какой козел. Я так тоже умею. А без рук слабо? Нет, стой тут. Валяй без рук. Дорогие подписчики, смотрите, это мастер-класс. Мастер-класс. Сейчас даже машину перегонят. Мастер-класс. Это мастер-класс. Да уж, это мастер-класс. Ты меня не задавил. Да зыр, блин. Короче, подписчики. Пускай меня снимет. Снимай. Ты свои губы снял. Пускай, говорит, меня снимут. Повернул мою кошачью жопу. А что ты, кстати, за подписчика, которого называл Саманка? Вроде бы я обосрал, я вроде бы комплимент. Так, ты слышал, что он там написал? Сначала на одну кошачью жопу снимал, потом на другую кошачью жопу. Звук говно, а вроде бы ничего посмотреть можно. Да, контакт вроде нормальный, посмотреть можно. А я думаю, что ему ответить, блядь? Вроде написал гандона, вроде, блядь, и молодец. Че, Саймон, все один наград? Зачем? Выверни наконечник и все. Он же там выворачивается. Не, я тебе в плане того, что он, по-моему, перекосил. Молотком-то, кувалдочкой, пум-пум. Вон сюда. Только ступицу не загни. Ты меня владыка называй, чё ты меня, эй? Не упади. Я всяко могу. В общем, вытащить нам не удалось. Зажимает там, закусывает что-то. В общем, беда, печаль. Чё, надо тогда такой придется, худи, придется металлолом сдавать. Угу. Хоть какие-то деньги оправдаем. Надо вот эту хуйню ещё снимать. Зачем? Вот она уже вон болты надо. Бля, Димон! Чего ты, бля? Да конечно, бля! Я тут полуосина, бля. Да, хорошая новая полуось. Теперь чего вот болтается, узнать. Вот болтается вот где-то здесь. Стук идет. Я и говорю, может там что? А там что? Там нихуя. Там все нормально. Шестерня. Вон руку-то сонь туда, чисто. Пошли, посмотри. Это, в общем, это, болтается шестерня, видишь, она вниз упала. Ну. Просто шестерня болтается. На шлицах. На шлицах и все. Вон там, видал? Ну. Ну. Она просто стучит туда-сюда. Да. Она все. Просто там сотка, ну, там, ну, там пьяный там, был, там, пьяный вышел на работу. Там не сотка. Батьке Лукашенко передал, чтобы он своему токарю, который низкий. Беларуси, да, это? Это Дэну надо, ебаный урод, чтоб батьке своему сказал хуйню какую-то. Пусть эти зазоры будут, регулируют, ебаный урод. Ну, так-то, наверное, ничего страшного, ничего страшного. Да. Закусит просто, а потом шестерню поменяешь. А Коляну позвонить, спросить, сказать, он тоже хотел, разберешь, позови, я поеду, смотри. Че, пойду ну, кофейку. Вот этот зазор, да? Ну вот она вот тут болтается. Вот, видишь, сошла на где? Она, наверное, она прослаблена. И она туда-сюда, дык-дык-дык, колесо. Не, она не так болтается, вот так, она вот так, пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот это место, а видишь, произносное момент. Да крышку надо снимать верхнюю. А что тебе снимать-то? Тебе надо полуось новую вставить и все, и забудешь. Сколько у нас тут на десятку? Ну я хуй знаю. Давай знаешь, как сделаем? Мы давай наварим. И на токарке сделаем, и все. Я тебя скую новую полуось. Я тебя вместе со ступицей, блядь, сделаю, ебаный. Вот ступица от МТЗ говно. Я давай я тебе перекую ее, будет как на ЮМЗ. Слышь, я говорю-то? Она шестеренка-то, она свободна, она и тыкает в нее. Вот шлицы повыработаны, видишь, выработаны? Вот она гуляет на этих шлицах. Тык-тык. Я тебе говорю, это херня, ты давай разберем. Вот она и выносившая, видишь, она бьет. Она вот так должна, если где-то прослаблена, или шестеренка там прослаблена, или здесь. Да выработка, он, бля, ездил по трассе, бля, 4 да, года, да. Да, так выработка на шестеренке. Может, на этом. Видишь, шлицы, ну, выносившие здесь, а здесь нормально. И вот она и ебала здесь, на. А здесь фигачит. Но она не вверх-вниз, она этим бочками, наверное, зацепляется за короб. Ну, вот так, пум-пум-пум-пум. Мне так кажется, так. Ну ты подшипник говно. Я ж тебе сразу сказал, шестерня болтается. Знаете, сколько подшипника стоит, Дима? Вот это? Да. А что? Так купим на эти деньги теперь мясо. Ну да. Но заложено в бюджет-то. Замена подшипника. Так он сколько он, наверное? Рублей 800 стоит. Да ну 800, он, наверное, 1000-2500. Мы неделю есть с тобой. Так я, 9 соток он стоит. Где 9 соток-то? Это ты китайский смотри, а ты смотри, оригинальный.
И чтоб шариков было больше. Да, 12 чтоб надо было шариков. 12 редко, такого хуй найдешь, он вообще качественный. Есть. Пока теперь так и будет брекать, да? Да. Ну а что тебе? Пока да. Пока что, пока по 8. Магнитолу придется ставить еще. Звук сделать. Да, как вариант можно магнитолу поставить. Музыканта с гитарой здесь. Музыканта с баяном. С баяном. Ехали пираты, не догонишь. Ага. Звони, пока не убрали обратно-то. Давай правее, левее. Так что ты отпустил-то? Приподними, ебаный урод. Его, на, так давай, кидай его. Вот вниз, давай шестеренку лови. Ну, поймал вроде как, да? Да. Поймал? Тоже да. Нет. Выше поднимай, выше. Там внизу шестеренка-то. Вот. Теперь подшипник насаживай. Насаживай, вот на этот. Ну давай, чё ты ебаный ты ворот. Чё никак? Да я помог, но я не могу, я курю. Сам, без цены как? Пошла на монтажку. Не монтажка, это чё, она руками там попадает. Монтажка таким вот. Сан, ну-ка, займись. Да. Поснимай, снимай. Давай мне перчатки. Ладно, на, поснимаем. Подожди, по-моему, перчатки. Ладно, поснимай. Да нахуй. Не нажимайте ни на чего. Вторую-то давай. Все там нормально, все видно. Вот. Я же будущий оператор машинного доения. Ты только говори, я все подам. Может, фонарик? Я еще сам не придумал, что надо. Там крат. Давай я поснимаю. Нет. Самое плотное место здесь, ты что? Да. Легкая денежная. Самая хлебная. Рубель день и рано дома. Ну так что ты, давай поддерживай меня. Поддерживаю. Производителя. Саня, пень не криво стоит, Саша? Вынет это самый оптимальный вариант, бля. Блин, там как-то легко все, блин. Куда они? Где еще? Стоп. Сейчас только стоп придала. Да, Тимочка. Дима, стоп. По чуть-чуть. О, ты не хотел просто. Да хули ты как попиздела дошка, ебаный урод. Ну, взял, вывалил, блядь. Че ты вывалил-то? Ой, помощнее-то. О, пошло. Отбивай от руки. Давай, потом вон ту возьми. Возьми их обе, чтобы потяжелее было. Идет. Давай, еще чуть-чуть. А руки же отбивай. Надо взять что-нибудь, он берет такой. Да все, не надо, нахуй ничего брать. Ну, чё-ка. Ты бы еще за сосисками сгонял, бы тебя вообще пацаны бы не было. За какими сосисками, Саня? Я так думаю, свининка тут. Я рыбку так сейчас... Это как минимум. Рыбку так посолю, закопчу сейчас. Но не сосисочки, а мы сосисочки сразу. Как минимум 5 пива. Да, не меньше нам с тобой надо. Тебе так господское пиво. Не, сука. Надо обмыть это дело, чтобы ходило-то. Все, теперь с крышкой забьется тут. Не. Да, зажмется. Крышка теперь с прокладкой. Болты! Видал? Нет, кто командует? Видал? Сразу брекать перестал. Как Санька Романов хорошо чинит. Да Саня-то он от бога. Ремонтник-то. Ну только не гонщик. Сам говорит, я наказал. Вот на таких, как Санька, земля держится наша русская. Наша леспромхозовская. Леспромхозовская. Давай, я люблю это дело. О!
Владыка! Владыка! А давай-ка моего велосипеда уранить! Делать он не там! Ты давай, без давай-ка! Ты сам конь педальный, должен крутить. Это кто тут давай-ка-то хоть, а? Да! Да мы видим, что ты Руслан Анатольевич. Как Дмитрий Анатольевич, только Руслан. Ты почти как Дмитрий Анатольевич, да? Денег нет, но вы держитесь. А давай-ка, я тут без рук прокачу. Это Владыка, я правильно снимаю-то? У тебя там зад маленько оголился, ничего, я больше беру. Понял, спина, да. Вся спина что-то низко уж пошла. Ну ты вырежешь это контекста. Видите, какой Саня Романов сильный с Димой. Ты про Диму-то не забыл, видишь? И это мы вроде новый тому не забыл. На лимонад вроде заработал на свой. Да? Ну все. Ну-ка положи палку так. Лимонку? Да. Что? Надо бы, да? А не хочешь купить трещотку? Димон хочет, но не может, мне показал, что на карточке нет бабла. Ко мне и карточка. Дуся, убери лому вместе, мазуте. Че, Ваньку затопи? После шашлычка-то, говорит, самое то. Да. Уголек есть полмешка, Дима. Понял. На, давай я засуну. Покури, Шура, покури. На, снимай. Не, смотри, не нажми, не, лучше снимай. Ракурс чтоб нормально был. Окей. Саня, вон. Вон Дима как хорошо крутит. Да. Сразу видно дно ему, да, крутить гайки? Не дно, а самый верх. Тебе как раз дно. Да. Дано, он сказал. Я и говорю дано, от Бога. Сразу видно. А, дано, а я думаю дано. Его призвали, не крутить гайки. Да. Хороший протек, это звоночка, ну не так, звоночка, ладно, зачем? Блин! Не врежь, С твоим телефоном все нормально. Саня, не врежь, я бил. Нет. Видишь? Такой, Саня, такой, ну что, брякать не брякать? Такой, ёж, упал, такой, слышь? Пожалуйста, отвечаешь, нет? Слышь, я говорю-то? Дай, Саш. Такой, бух, упал, такой, встает на меня сразу. С твоим телефоном все нормально. Ты видел, слыхал? Не брякать. Разговор-то был, не брякая. Ну так почини. Металлического-то нет такого звука. Давай еще раз хочу. Появится. Вот, я же говорю, брякая. Так, так что мы все нормально сделали. Брякат есть, есть. Починить не починили, но... Да, это шестерка. Да, ничего страшного. Починить не починили, но шашлычок заработали, все. Ну ты успокоился хоть. Пошли мне нормально все. А это шестерка. Саша, можно смело кататься. Да, Санек? Может даже знаешь еще, Саня? Ну, может, блядь, шестерня-то сама болтается на шлицах, да. И стучит об чего-нибудь. Так я про это, да. И говорю, что она об короб стучит. Да-да-да, стучит, металлический звук такой, как и дается. Пошибники нормально, а это пусть она стучит нам, пусть трактор же. В конце концов, хороший стук наружу выйдет. Че ты переживаешь? Да Коля, вы же ездили, же тоже. Да, 2 года ездит. Там масло, говорит, чуть-чуть протекает, главное, говорит, отверткой не тыкать, и все нормально. Ну и че? А где, где без рук-то? Так что-то ты поздно отцепился-то. Сейчас столоп куда-нибудь денег. Ну ладно, пока, может еще потом сниму бонус. Какой бонус у нас будет за эту херню? Думаешь, будет что-нибудь? Да хер его знает, так-то вроде обещал. Вроде пока-то не обманывал. Кто? Так. Я что ли? Ну а кто же я что ли? Вот снимаю для тех, кто не знает, как заводится трактор новый. Защита от дурака. Я, конечно же, знал об этом, просто придуривался. Вот рычаг КПП. Самое правое положение и вперед. Вот он там болтается. И теперь можно заводить. Опа. Все, ёпт, все готово. Так что вот, кому не завести трактор, надо рычаг так делать. Ну чё, качай меня. А? Качай меня. Прокачай, так вылезай. Автомат. Куда ты? Нельзя ко мне. Эй! Нельзя, тут одному и так тесно. Иди. Иди отсюда. Иди. Не залезай, не залезай. Залез.
Все, ты попался. Так, готов, починен. Сейчас помою, ты поебаем шашлыки хавать. Вот, этот ремонт закончен. Ждем шашлыки. Приготовили уголек этот. Ну, видать, шашлыки вроде как подъехали. Да. Ебаный врат. Ебаный урод. Какую? Какую? На фоне Эйфелевой башни. Ну, сосиски. С айфона селфи. Хлебушка-то что не купил? Хлебушка нету, что-то здесь ни одного магазина в деревне. У деда? Ну, у деда, да. Хлебушек будем дедовой есть. О, салаточка. Ну что? На этом все. Сейчас будем обмывать. Ну что, на этом все. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Всем удачи. Мясо досталось. Веня, дай мясо. Мясо дай. Езжай за решеткой. У тебя, Саня, есть решетка шампура-то? Шампуров нету, решетка была. Ну. А что, где наши шампура все? Ни одного нет. Мясо хоть поест. Саня. Саня, решетка.